Ирис ко мне. Ирис. Белла и Ирис. Чуть-чуть проходите, я засниму. Это Белла. Вот это Ирис, да? Возле вас. Это Белла. А, Белла, да. Это... Я... Все правильно. Белла. Ух ты. О, вот там очень хорошо. Вот если вы там постоите, с ними поиграетесь, будет очень неплохо. Белла и Ирис. От Дакапа Ларгенхайм и Юсты Вайс ван дер Зам. Три месяца и неделя. Это у одного хозяина, сразу двух взял. Такие очень мощные черно-коричневые девчонки и характерные. И садятся. Позируют. Не-не-не, пусть. Не зовите. Они же на публику. Это самое интересное. 3 месяца и неделя весит, наверное, каждая по 15 килограмм. Тут не меньше, чем 15. Это за счет кости. Кость очень мощная. Огромные головы, очень костистые, мощные собаки. Широкотелые. Очень приятные хинки. Еще где-то дней 10 и ушки станут. Ой, что ж там такое? Там собачки бегают. Можете им что-то сказать, чтобы они уже побегали. Вот такие две красавицы.